Проблема, которая не решалась годами, похоже, скоро исчезнет. С будущего месяца в детские сады Кишиневского муниципия начнут поставлять питьевую воду. Столичные власти завершили работу над пакетом документов и уже объявили тендер на правительственной площадке. Об этом заявила вице-премьер Анжела Кутасевич на оперативном совещании коммунальных служб столицы. Întreaga procedură pentru achiziționare va dura 15 zile, iar în cazul că nu vor fi înregistrate contestații, apa potabilă ar putea să ajungă în grădinițe deja începând cu luna octombrie. Заместитель мэра также отметила, что постепенно налаживается и питание. Все детсады перешли на традиционное для осеннего сезона меню. В 103 лицеях дети начали получать горячие блюда. И лишь в 26 школах ученикам выдают сухой паёк, который ребята съедают в классе.